Хаюшки, ребятушки, меня зовут Сергей, это канал Хибары, и сегодня у нас снова игрушка под названием Blitzkrieg мод ГЗМ версия 11.3. Осталась у нас одна миссия, ребятки, за Советский Союз поиграть, попробовать, что там у нас есть. Поэтому, ребятки, присаживайтесь поудобнее, заварим чаек, кофе, печенюшечки, все как мы любим, и приятного вам просмотра. Не забывайте ставить лайк, дизлайк этому видео, потому что вам не сложно, а мне это очень приятно. Очень приятно, помогает, развивает и мотивирует. Сжмакайте колокольчики, чтобы не пропускать следующие видосы, подписывайтесь обязательно и пишите свои комментарии, обязательно все прочитаю и всем все отвечу. Вот, огромное спасибо, что вообще пишете, кто-то что-то рассказывает, показывает, объясняет, очень благодарен таким людям и добро пожаловать новым подписчикам, собственно, поехали смотреть, скорее всего здесь будет очень долгая вставка, так как за Советский Союз, там, за такие мажорные кампании обычно вставки длинные, ну давайте послушаем, посмотрим. Сейчас. Надо было хлебнуть, посмотреть кое-какое значение. Ага, все, работает, все. Поехали. Сначала поиграем одну миссию, когда мы пройдем, а там уже будем думать, что дальше. Записывать игру, не записывать. Что-то немножко просмотры подупали. До этого что-то смотрели гораздо больше, сейчас что-то как-то потухлее стало. Ну, поехали. Я не знаю, будет ли, как это называется, авторские права. Я буду в основном, я помолчу в основном. Посмотрим чистую ставку, потому что если что, придется вырезать этот кусок. И что я буду, зря болтать тогда? Там, кстати, сидели всякие негритянские дети разных, с разных стран, типа, какой-то, наверное, международный институт или еще что-то. У меня даже нога дрыгается, я типа так, ну, прикольные, приятные слуху песенки, потому что они какие-то из детства, что-то из прошлого, такого ностальгия такая вот, узнаваемая. Этот тен-ден-дарен-ден-ден, 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 да, вот это, да, песенка? Ага. Комсомольская? Ну вот эта вот ставочка вообще просто легендарная.
У меня аж мурашки по коже пошли. Прикольно так смотреть. Вот смотришь такие хроники, такие не очень популярные. Ну, в плане... Некоторые кадры, вот я такие никогда не видел. Вот, и что-то такое прям обихо... МС-ка, смотри, МС-ка. Первый серийный танк советский. Просто представляешь этих людей, которые в то время жили, вот, и ты прям как-то вот думаешь, вот стоит он человек, да, вот сейчас там в грузовичке едет, а потом там вот, допустим, вот стоят люди, махают платочком, а потом бац, пойдут домой, завтра на работу. Ну, как-то вот такую вот бытовуху вот. Вот этот пацан сидит, вот ему завтра в школу идти, например. Прикольно, прикольно так вот, окунаешься в это, в то время. Ни хрена себе, сколько листовок там летело, это же видимость нулевая просто, кто в машине едет. Ой, я думал уже все. Огнем, сверкаем лесом стали,
бегут машины в каждый кругок. Когда на бой пойдет товарищ Сталин, и первый маршал война победит. Классная песенка, я, кстати, в школе ее пел, по-моему, в начальных классах что-то такое. Да и вообще сам напевал постоянно. Так, а это что такое? Это Испания, что ли? Это скорее... это, наверное, революция в Испании, там, 30-х годов. Потому что советские вот, да, помогали в тех событиях, короче, танками там, оружием. Ни хрена себе там лошадь просто с этим, с пулеметом Максимом на горбу. Ни хрена себе броневик. Такой круглый просто. На собаку почему-то похож. Вот Т-26, МС-1, ой, МС-1, Рено ФТ-17, ни хрена себе. Да, долго, конечно, долго все идет. Какой-то парад на Красной площади. Т-35, ни хрена себе, вот это мощно. Пятнадцать минут уже идет запись.
Ох, блин, у меня аж плечи устали. О. Че там, да, палка сломалась, что-то у кого-то, кто транспарант нес, или как, че он там, как называется-то. Палка была просто там видно, прям с корнем обломана. Это что, население Советского Союза 192 миллиона или что? Наконец-то мы посмотрели. Так, после победы Великой Октябрьской, ну понятно, скорее всего, мы это читать долго не будем, иначе это будет просто один видос. Вы ветеран... Подожди, вы ветеран империалистической войны, стали командиром отряда «Красногвардейцы», к вам предстоит сделать первые шаги в своей военной карьере, окей. Так, ну, наверное, давайте и это... Блин, читать, конечно, многовато. Потом, наконец, специально формируются первые кавалерийские корпуса. Короче, их типа до этого, наверное, особо не было, да? Потому что это летом, так. Это летом 90-х. Так, а затем первая конная армия. Конрад Будённов. Будённый, кстати, Будённов. Это маршал Советского Союза, между прочим, был потом. И он вообще, он типа... Он формировал это все, вот конные корпуса. Он вообще типа кавалерист был, по сути. Вот. Поехали, короче, поехали. Скорее всего, он... Получается, это... Ну, сейчас мы боремся красные конники, 919 год. Это означает, что мы, скорее всего, за красных против белогвардейцев, которые за царя, за отечество, за веру и все такое. Так, ну что, Трофимыч, устроим им банкет? Ага, готово, казачки, песни поют, да бутылки по бутылкам палят. Так, у меня там что лежит-то такое? Что нам мешается-то тут? Телефон мне мешает. Так, вот сделаем. Так, противник это узнал, первая позиция мы, они особо не готовы, внезапности. Так, уничтожить, поехали. Поехали. Так, это мои конные кавалеристы, знаменосцы. Это очень важно. Знаменосцы тоже с наганами, смотри. Карабины 1907-10 годов. Так, это у нас какой-то тут чувак. Это у нас какой-то отряд пехоты. Красный командир разведотряда. Так, вы пока сюда. А это, наверное, у нас красные командиры, да? Их тоже сюда уберем, так как они без отряда. Это будет у нас тут мини-лагерь, такая мини-ставка. Будем здесь готовиться, обсуждать планы к наступлению. У нас есть самолет-разведчик, поехали. Нам, значит, надо сюда наступать. Так, что за самолет? Какой-то бомбардировщик Сопвич. Разведчик-бомбардировщик. То есть он и разведчик, и если что, бомбардировщик. Так, а это у меня, значит, конница. Конница, окей. Берем сразу, включаем режим бега. И бежим на эти позиции. Прям в атаку, сломя голову. Вперед, давайте, ребятки, давай, конница. Флаг повыше бери, чтоб развивался, давай. Кухня полевая. Кухня полевая, попозже подожди, сейчас битва будет, а потом кухня. Блин, здесь колючая проволока, в смысле, а как? А как я... А я пройду на конницах? Нет, потому что это странно, раз она здесь, а мне нужно сюда. Здесь какие-то вон есть казак войска Донского. Кстати, да, вроде я читал, что казаки-то, когда революция случилась, они вроде как поддерживали белое движение. То есть они не поддерживали новую власть.
ну, какое-то время. Они были вообще отдельными. Так, эй, братцы, гляди, красные пожаловали, кричат белогвардейцы. Вперед, давай, вперед. Так, быстро, быстро, быстро. Огонь, огонь открыть, огонь открыть, чтобы они за пулеметы не сели. Они, смотри, из шалашей вышли. Стреляем, стреляем. Где моя тачанка? Тачанка, быстрее сюда, быстрее. Нужно, поддержка пулеметная нужна. Скорее, тачаночка. По пулемету стреляй. Надо, чтобы он заглох. Охренеть, гранату кинул. Вот сволочь. Так, F5. Вот сволочь, гранату кинул. У нас полег знаменосец один. Немножко отрядов полегло, конечно, хреново. Вражеская колонна. Нужно это не терять ни минуты. Атакуйте, уничтожьте. Так, вражеская колонна какая-то. Она там едет. Наверное, надо быстрее, потому что время сейчас пройдет. Они могут... Там еще враги, кстати. Вот здесь... Они наступают, наступают. Враги наступают. Наступают на наши позиции. Вот тачанка, тачанка, быстрее сюда. Какого хрена они нас атакуют? Что за контрнаступление? Что-то они жестко вообще-то шмаляют. Уходим на аэродром. А где моя тачанка? Мне сейчас интересно, куда поехала, куда ты поехала? Она застряла, что ли? То есть она не может колючую проволоку проехать, да? Ну и ладно. Ни хрена себе, какие скотины. Смотри, они контрнаступление, контрудар сделали, чтобы думали, я сейчас, короче, пойду сюда, они бы мне в спину тогда бы ударили. Хорошо, что я заметил. Самолет-разведчик помог. Блин, прикольно у них такие всякие выкрики. Так, ну, судя по всему, задание не провалено, значит, наверное, они здесь где-то стоят. Сейчас мы пойдем и их разобьем, F5 обязательно. А что-то звука как-то тихо, по-моему. Ну где они тут? Они, наверное, на дороге кто-то стоит, да? Вижу, вижу! Шашка наголо! Шашка наголо! Они тут! Быстрее, быстрее! Конница, подходи, тачанка, тачанка, газу подбавь, тачаночка! По мне стреляют, по тачанке ведут огонь, по тачанке ведут огонь! Нет, тачанка, живи! Живи, тачанка, уходи оттуда! Так, тут у... Охренеть, у них тут орудия были. Орудия, вон, боеприпасы. Хрена себе, какие, ишь. Че, выполнил? Отлично, красав, конница, блин, красная армия, прям, ух. Так, я тачанку брать не буду, она очень деревянная, ее очень легко сломать. Под ваши разведчики к северу отсюда, конечно, остается... Так, там какие-то артиллерийская батарея. Артиллерийская батарея, ее нужно уничтожить. Доступна поддержка с воздуха. Отлично. Вызываем. Вызываем снова сюда. Чистого неба. Чистого неба. Да, пожелания летчикам. Здесь сверху... Здесь, скорее всего, здесь тоже стоят пулеметы, пехота. Вот здесь, наверное. Здесь вообще какая-то баррикада стоит. Надо по низу идти, по низу. Вот здесь вот. Наверное, раз мне не дают какие-то подкрепления, то... Так, давайте я звук чуть погромче сделаю. Ну, чуть-чуть, посмотрим. Будет меня заглушать? А то что-то как-то вообще никаких звуков. Ни птичек не слышно, ничего. Ну, может, я сделал слишком громко. Давайте еще раз быстренько. Сейчас вот-вот. Ой, блин, слишком... Вот. Наверное, вот так вот. Ой, вот-вот-вот-вот. Вот так вот. Вот. Должно сейчас получше быть.
Чтобы и меня не заглушало, и вам просто громко очень не было. Самолет, я так понял, не долетит. Типа, вон там я вижу, враги сидят. Все, все, все понятно. Скорее всего, мне потом дадут какое-то, наверное, подкрепление. Где-то здесь орудие, только что-то их пока не видно. Давай, конница! Шашка на голову, конь быстрее скачи, старый конь борозды не испортит, или какие там еще есть поговорки всякие. За товарища Буденного, за революцию там, и что еще надо кричать? Тревога, тревога, кричат белогвардейцы. Орудия, орудия видны, срочно, срочно сюда, быстрее, они разворачивают, разворачивают орудие. Они сейчас по нам вжахнут просто жестко. Давай, давай, быстрее, пока они не зарядили. Отлично. Вон там еще одно орудие. Надо срочно туда. Оно сейчас тоже его развернет, как жахнет просто в прямой наводкой. Отлично, отлично, прекрасно, прекрасно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то здесь очень жестко. Отряды, отряды гибнут, уходим. Подкрепление прибыло, ребятушки, подкрепление. Броневики, отступаем! Ретрит! Ретрит! Отступаем, ребята, отступаем. Куда же вы туда прям побежали-то? Так, железо, захватите железнодорожную станцию. Блять, по нам стреляет броневик. Я не знаю, мы сможем отступить, нет? Или он так и будет за нами гнаться? Возвращаемся на базу. Они, скорее всего, так и будут по нам херачить. Есть. Блин, а у меня есть какой-нибудь? Что здесь подкрепление? Ух, нихрена себе бронепоезд! Нихрена, у нас тут, смотри, целые батальоны прям пришли. Батальоны, железнодорожный поезд, броневик, орудие, артиллерия, пулеметы. Они так и будут по нам стрелять. Я так сейчас всю конницу потеряю. Блин, ну это очень печально. Очень печально. Блин, тачанка, помоги, пожалуйста. Лучше тачанку потерять, если что. Охренеть, там просто их очень много. Тачанка, почему ты не стреляешь? Тачанки колеса сломали. Ой, блядь. Один отряд конницы остался. Один. Подождите, а у меня... Когда я сохранялся? Ну-ка, я, может быть, могу отступить ими? Я что-то не хочу терять такую... Что-то как-то, блин, слишком печально все. Давайте еще раз я сюда отправлю. Не буду самолет этот разведчик вызывать. Что-то, блин, как-то это... Я, может быть, неправильно что-то сделал? Надо уничтожить просто арту, по сути-то. И отступать, все, не надо там ни в какую глубь идти. Так, тихо, тихо, тихо. Спокойно, спокойно, артиллерию, артиллерию надо разбить быстро, в первую очередь. Охренеть, это кто? Это артиллерия. Быстро, быстро ее завалить надо. Быстрее завалить надо. Уничтожить, уничтожить. Отлично, отступаем, отступаем, ребята. Сделать нам больше здесь нечего. Быстрее, пока подкрепление не пришло. Отступаем, ребята, отступаем. Не смотрим на них. Они типа... Вообще, по идее, они должны сесть обратно за орудие. Но может быть здесь специально сделан такой скрипт, чтобы они не сели за это? Они вроде меня не преследуют. Я могу, в принципе, сюда прям отойти.
Фу, да, вот это так. Это кто у нас? Тоже какие-то командиры кавалерийские, скорее всего, командиры пехоты, пехотных рот, батальонов. Так, у нас здесь своя ставка, у нас здесь все командиры. Всех командиров сослать сюда. Командиры, так, ты у нас кто? Красноармеец, ты, скорее всего, отвечаешь за снабжение, ты у нас отвечаешь за поддержку, а какую-нибудь, Готов. может быть, там провиант. Ты пойдешь тоже сюда. У нас здесь собирается ставка, все командиры, офицеры, командующие, все, короче, все сюда. Все нас, все. Это кто у нас? Тут. Ты кто? Ты какой-то типа тоже офицер? Ага. Ага, да, ответил мне. Так, ты у нас какой-то красный командир. Если ты командир, ты должен пойти тоже к своей ставке. Тут. У нас здесь полевой лагерь. Ага. Здесь у нас будет совещание сейчас. Мы будем обсуждать следующее наступление, потому что мы уже продолжим в следующей серии. Здесь у нас бронепоезд. Нам вроде как сказали, я так глазком успел. Получается, здесь заминировано. Я так понял, мне разминировать надо. Но здесь же стоят отряды. Значит, сначала надо их зачистить. А зачистить, я так предполагаю, лучше пойти вот так вот, обойти их и с фланга, с тыла, короче, жахнуть со спины. Они ждать этого не будут. Так, товарищи офицеры, товарищи красноармейцы, здравия желаю, здравия. Так, на повестке дня обсуждение наступления. Туда-сюда. Сейчас подъедет еще один главный офицер, командующий всей бригадой наступления, то есть, ну, допустим, вот этим всем полком, потому что он был в первых рядах, значит, он командир всего. И сейчас еще двое подойдут, и начнем совещание. А пока что, ребятки, я хочу сказать, что мы продолжим в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставь лайки, дизлайки, обязательно пиши комментарии, потому что я всем все отвечу. Да, я не сказал, может быть, супер подробно, что здесь, как, что происходит. Можно, кстати, орудие занять, если что. У нас будет дополнительная 120-миллиметровая гаубица. Да, это будет прекрасно. Прямо отсюда будем жахать по этим позициям. Вот. Я вкратце все говорю, типа... Чё, как, вот я прям подробно не считаю, кто командир, кто куда пошел, кто с чего началось, кто куда, там белые, красные, туда-сюда. Да, этим я, ну все-таки канал не исторический, возможно, это было бы полезно, но можете, если что, сами прочитать, вроде там на паузу можно нажать, если что, на видео, или просто в Википедии почитайте. Вот, ага, да. Соответственно, жмакай колокольчик, чтобы не пропускать следующие видосы, увидимся уже в следующих сериях, обязательно проходи по ссылкам в описании, если есть желание. Буду рад любой монетке на поддержку канала. Там будут ссылочки. Ну и все. Лайки, дизлайки, подписки. Увидимся. Поиграем. Следующую серию мы, получается, должны захватить вот эту деревушечку. И, наверное, на этом с Блицкригом возможно... Но это не точно. 50 на 50. Может быть, мы будем играть компанию за США или, может быть, итальянскую. Точно не скажу. Может, британскую. Посмотрим. Решим после того, как я доиграю эту миссию. Обсудим. Может быть... Может быть, на стримах чисто только играть будем. Так что все, ребятки, всем огромное спасибо за вашу поддержку. Добро пожаловать новым зрителям. Увидимся в следующей серии. Всем до встречи, ребятки. Всем пока. Эх.